которые мы знаем, да? Начнем с Умай. Умай, какие мы профессии знаем? Парикмахер. Парикмахер. Пожарный. Пожарный. Учитель. Хорошо, Рина. Какие мы профессии? Робот. Дальше. Пожарный. Хорошо, Илая. Какие мы профессии знаем, Илая? Танцор. Хорошо. Врач. Хорошо. Учительница. Ага, Бама, какие мы профессии знаем? Скажи мне, пожалуйста. Какие вы профессии? Я кто, Бану? Учитель. Молодец, умница. Ребята, вот это все одним словом, они как называются? Профессия. А теперь давайте скажем. Вот Сулейма мне скажет. Сулейма, вот врач чем занимается? Врач больных людей. Хорошо. А вот такая профессия есть, называется ветеринар. А ветеринар чем занимается? Лечит животных. Животных. Сейчас мне Илашка скажет. Вот учительница чем занимается? Учить детей. Хорошо. А где работает? В школе. Хорошо. Назрин мне скажет. Назрин, танцор чем занимается? Танцует. Хорошо, танцует. Хорошо. А теперь мне скажет Вагиф. Вагиф, полицейский чем занимается? Ловит. Кого ловит полицейский? Воров, да? Ловит. Чем занимается? Ловит воров. Ловит воров. Хорошо. Вот рыбак чем занимается? Ренат ловит мне скажет. Рыбу. Да, рыбу ловит. Хорошо. А вот космонавт чем занимается? Фера мне скажет. Куда летит космонавт? Куда летает? Космонавт куда может летать, ребята? Самолеты. Нет. Кто мне скажет? Сулейман, скажи. Космонавт летит в космос. Да, летит в космос. Хорошо. А ребята, вот художник. Чем занимается художник? Художник рисует, да, картины. Да, рисует картины. Хорошо. Да. Дальше продолжаем. Давайте назовем мебель. Какие мебель мы знаем? Кресла. Давайте по очереди. По очереди. Умай. Мебель. Да, какие мебель знаем? Стол. Дальше. Диван. Хорошо. Ренат, какие мы мебели знаем? Кресло. Хорошо. Диван. Диван. Потом. Будь здорова. Спасибо. Илашка, какие мы мебели знаем? Ну? И шкаф. Шкаф. Кровать. Кровать. Трюмо. Трюмо. Хорошо. Ребята, а мягкие мебели мы которые знаем? Мягкие мебели. Диван. Кресло. Диван, кресло и еще? Кровать. И кровать, хорошо. А у нас дома какие комнаты бывают? Кто мне скажет? Вагиф скажет. Какие комнаты у нас бывают? Ванную комнату. Ванная комната, да. Еще? Кухня. Еще? Еще? Сулейман, продолжай. Гостиная. Гостиная комната и еще? Еще? Еще есть одна комната. Мы там отдыхаем, спим. Это которая комната? Спальня. Ну да, спальня. Вот в гостиной комнате мы чем занимаемся? Илашка мне скажет. Сейчас гостиной. Илашка скажет, в гостиной комнате чем мы занимаемся? Встречаем гостей. Еще что делаем там? Еще что делаем в гостиной? Смотрим. Смотрим телевизор. Хорошо, а в кухне чем занимаемся, Ренат мне скажет? Готовим обед. А еще что делаем там? Иной раз бывает, что мы кушаем там, да? Да. Хорошо. А в ванной комнате чем занимаемся, Гумай? Громко говори. Ага, еще что делаем? Еще вот так делаем. Что это такое? Умываемся. Еще что делаем? В ванную заходим. Что делаем? Купаемся. Сейчас мне Ферай скажет. Ферай, в спальной комнате чем занимаемся? Нормально садись. Спим. Спим. Хорошо, молодец. Какие продукты питания знаем? Умай, начинаем. Продукты питания, громко говорим. Мясо. Дальше Сулейман. Рыба. Ферай. Какие продукты питания знаем? Сыр. Ренат. Морковь. Хорошо. Продукты питания какие знаем? Питание. Да. Ну, давай вспомни. Илая, продукты питания. Сосиски. Колбаса. Колбаса. Курица.
Как? Курица. Курица. Какие продукты питания знаем, Али? Сыр. Как? Сыр. Бануш, какие продукты питания знаем? Что мы едим? Какие знаем продукты питания? Хлеб. Скажи хлеб. Хлеб. Хорошо. Ребята, а теперь давайте скажем. Вот, Вадик пусть мне скажет. Вот мы... какая у тебя самая любимая еда? Колбаса. Ага. У Рената самая любимая еда? Морковь. Хорошо. А Ферая самая любимая еда? Колбаса. У Сулеймана? Что любишь кушать? Люблю. Да. Рыбу. Рыбу любишь. А Назрин скажет мне? Мороженое. Мороженое. А Илашка? Сыр. Хорошо. Молодцы, ребята. Ребята, вот сыр, хлеб, потом сосиски, колбаса. Ну, вот эти продукты что мы делаем? Едим. Хорошо. А давайте назовем напитки, которые мы знаем. Какие напитки знаем? Молоко. Хорошо, молоко. Раз. Чай. Как? Чай. Вода. Еще? Паучить. Как? Паучить. Ну, а вот Илай хочет сказать, что по очереди давайте. Компот. Хорошо. Сок. А эти напитки мы что делаем, ребята? Мы эти продукты... То есть, напитки мы, эти напитки мы пьем. Хорошо. Электрические предметы, которые мы знаем? Соковыжималка. Хорошо. Телевизор. Илашка. Компьютер. Назрин. Телевизор. Хорошо. Стиральная машина. Стиральная машина. Ребята, да. Вот это все одним словом, они как называются? Пять. Что они, как они называются? Электрические предметы. Да, электрические предметы. Который транспорт летает? Та самолет. Который плывет? Корабль. Ага, хорошо. Хорошо. А который транспорт под землей едет? Под землей. Да, под землей. Это который транспорт под землей? Метро, молодец, Настя. Отлично. Ребята, давайте назовем последний. Насекомое, которое мы знаем. Папочка. Давай по очереди. Папочка. Сулейман. Жук. Ага, Ренат. Кузнечик. Дальше. Вагиф. Насекомый, который знает? Комар. Комар. Таракан. Ага. Жук. Жук. Ребята, да. Какие насекомые полезные? Они как, какие, которые? Пчела шелкопряда. Вагиф, скажи, что там дает пчела? Пчела Рина. Что дает? Ренат, что дает пчела нам? А шелкопряд что нам дает? Хорошо, Слима. Шелковую нить. А теперь давайте скажем, которые насекомые не летают. Сулейма мне скажет. Такие насекомые не летают? Да. Которые они? Шелкопряд. Шелкопряд. Еще? Воробей. Еще, ребята, какие насекомые не летают? Таракан. Таракан. Хорошо, молодцы, ребята.